Высшее первое образование профессиональное должно быть бесплатным везде и для всех, без исключений. Не может быть у нас, особенно в стратегических отраслях, платное образование. Ну что мы сами себе-то сук рубим, на котором сидим? Если мы сейчас посмотрим на количество выпускников и количество бюджетных мест, ну совершенно очевидно, давайте как в Сорбонне, давайте вообще без экзаменов пускай идут, а после первой сессии мы поймем, кто способен учиться, кто не способен. 5 вузов можно послать абитуриенту свои документы. Ну и посылают. Здесь он архитектора, здесь он на стоматолога, здесь он на юриста, а здесь он на филолога. Ему все равно, лишь бы бюджет. Прежде всего, родителям главное, чтобы бюджетного получил, но ему все равно. И что мы видим? У нас как пылесос из регионов высасывает людей. Кто вернулся, получив образование в Москве, Петербург, к себе в регион? Единицы.